Бывшую сотрудницу одного из региональных филиалов Россельхозбанка отдают под суд за мошенничество. По версии следствия, 34-летняя жительница Ордынского района, работая в финансовом учреждении, оформила фиктивные документы на целевое использование кредита. Тем самым незаконно получила больше миллиона рублей. Все время разбирательства фигурантка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемая не признала. Следователем регионального следственного управления выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.